Блокирующий. Перестал его? Ну, что-то, ну, призрак пропали. Сейчас, как подъедим к зоне, так начнем. Все же там сервер лагает, лагает. Там город, там рогнул, что каждый город гражданский. Я говорю, гражданский модуль впилил, и все. Там вчера было, что я здесь, наверное, гражданский модуль. Я вроде ничего не вижу, никаких машин. Что ты будешь говорить? Легко. То же самое. Паш, он даже не модуль впаял, а тупо группами их накидал. Ладно, если группами, а если он накидал просто... Может, он просто ближайшие города там сделал? Может быть, сейчас увидим. Нарисует. Вторую включите, там дефолт. Вторую включите, как там дефолт, наверное. На канал вторую посадите. Не-не-не. У нас две КВшки там. Вторую включите и все. Потому что разумеется, мне страшно. Да не ссы. Ну, я уже налетался. Какой у нас ДВ? 51? У нас отрезка на поляну, да? Какая? 5-8. Да, ну на метке. Пилота? Да, поляна. Ну метку, куда мы летели. Да, тут. Боже, храни царя. Брось, пожалуйста, посади нас. Нет! Yeah. Все умрем! Брайс, давай на елку! Сколько часов налета? Сколько часов налета? Двигаемся на запад, пытаемся найти дом. Ищите. Такой громкий отдам. А может мы постреляем, они услышат выстрелы, пойдут. У нас ПБСки у всех налево. Какая стрельба? А с чего отделение ПБС? У меня 49 алёк. Ну, чего он с КВ шумит? Благая сера, не все такая. А Доник, может постреляем? Че, мы прям как дикий на спринте бежим, но не в войном. А с Доник? Я слышу Иванчика, блин. Что на стройках? Так, слышь, надо найти его, сейчас я перейду на КВ. А чё как? Какой пилот? Который путишь или который путишь, да? Который с запада? Понятно. Наш. Не, на одного пилота метка на восток сместилась, он в нижний идет. В нижний ведет. О, он там на машине подходит. Ну, походу слышишь, давай за ним, Да. Мы этого западного пойдем. Ладно, погнали с западного вытащим. Слышишь, Брайс? Да, как-то тебе надо, ну, показать что-то свои там, чтобы помог ты ему как-то. Не знаю, как ты это сделаешь, но ты придумай что-нибудь. Он что, продолжил с майотом затереть, что ли? Что это свои? Там Иванчик, наверное. Там модуль. Да вот точно нет. А то не зайти с ним компакт с боевым, блин. Да. Прием, слышишь меня? Да. Краб, слышишь меня прям? Краб? Краб, на связь.
вообще война будет, чувствую, в одном месте. Краб на связь. Кто-нибудь свяжитесь с отделением краба, напиши, скажи, чтобы он ДВ себе настроил на топ. Ты издеваешься, Черноруссия, тут драться не берет. Да мы рядом, Паша, все равно. Мы, походу, потеряли того пилота этого. Ну, хоть ПВМ еще. Еще пойдет жара. А у них шанс, типа, ну, типа, этот шахин? Да, скорее всего. Они, скорее всего, поехали прямо до этого. Прайс, ты меня еще слышишь? Прайс не слышит. Так, внимание, по-моему, вертушка противника. Как они же не было? Это наш. А вот это не наш. Да, шикарно. Иду, иду, иду. Воюем. Ищите, ищите. Воюем. Воюем, война. Бежим, бежим, бежим. Призы одновременно идут. Да, так что. Так что ладно. Мы на равных. Елки, почекайте, все могут спину расстрелять. Двигаюсь дальше вдоль дороги. Это этот ПКМ-чик был, кстати. Я придураться возьму. Мы за этой так не лез вперед. Да, уже не важно. Харел, лутать, пацаны, двигаемся дальше. Позеркальщи. Лутатеть. Ну он же явно не мог здесь быть один. Да. Что он чекнули, кто это? Нет. Там ПЗ, может, посмотрит. Паш, посмотри, чей там жетончик. Бля, что такая стамина говяная у американцев? Газон. Газон? Ну, рандомер. Я пошел юго-западнее, вниз дороги спущу. Давай, я на это, на вершине. Мне сейчас. Кажется, он сзади твое отделение прикрывал, с кем он там был. Взял с него ПКМ. Раздони, ты что-то очень дико бежишь. Парашют, парашют, парашют. Где, где, где? 310 в лесу. Наш вертолет, наш вертолет. Не-не-не, Мишка, они наш. Наш, наш. Хорошо, да, хорошо, что-то туда. Наш пишет туда, Паша, с ПКМ. Ну я вертолет ломать, если что, сделал. У них же вроде бы нет вертолета, они не занимали. Ну они могли как-то перезайти, там что-то правда. Не отрицаю. У них там где пилотов таких нету особо. Связь с крабом есть? Нет. Чего, надо его настроить на доп. А его движение идет. Да назад подъехать. Да не
что с этим парашютом, блядь, ты устал бежать, парашют скинул, лежу, отдыхаю. Вижу парашют. Я ближе к парашюту смещаюсь. Я тоже, уже близко. Метку у нас поставили. Ну, на меня, собственно. Двигаюсь с левой стороны дороги, двигаюсь к метке пилота. Вижу там мертвого, вроде как. Пилота? Нет, русского мертвого, парашют. Он парашют? Да, он парашют, а русский мертвый. Один. Второй. Не пробил? Да. Что нажимали?